Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Я в маске, поэтому не знаю даже, как меня слышно. Мы находимся, открылись музеи. И мы находимся в данный момент в Дарвиновском музее. Это очень мой любимый музей. Я его здесь очень люблю бывать. Вот, красногрудый плодоед. Красногрудый плодоед. Очень ярко, как он выглядит. Что у нас здесь еще? Сине-желтая ара. Сине-желтая ара. Видите, как она. Что у нас здесь еще? Это летучая мышь? Да. О, нет. А это большой летающий посум. Как он летает? Ничего себе, как он называется? Кто это, мам? Я не знаю. Дикобраз. Посум, большой летающий посум. Это броненосец. А это паук-удавитель. Очень боится. Броненосец какой. Это стеклом здесь. Это настолько красиво. Просто вот как это рассказать. Вот. Так, сова. Видите, сова сидит там. Так, это у нас мандрил. Вот это мандрил. Видите, какой-то. Ничего себе. Красавец какой мандрил. Все экспонаты находятся за стеклом. Так, это у нас руконожка. Руконожка. Смотри, какие у нее когти. Руконожка. Это африканский гигантский черный кивсяк. Ничего себе, ну, черви какие. Папоротники, естественно. Так, вот это что у нас? Это у нас малая летучая лисица. Где она? Где она? Где она? Это летучая лисица. Сейчас мы ее... Вот это что ли? Да, малая летучая лисица. Где она? Я ее не вижу. Так, сейчас разберемся. Это аргус. Аргус вот такой, видите? Аргус. Не павлин, а аргус. Красотища, да? Я почему-то подумала, если бы не знала, я подумала, что это павлин. Это аргус. Так, что тут у нас еще? Это у нас горилла. Вот, видите, горилла какая. Здоровущая. Здоровенная горилла. Вот. Так вот тут они все находятся под стеклом. Так, я не поняла, где тут летучая... Малая летучая лисица. Вот это она, что ли? Вот это она, что ли? Ничего себе. Так, а с длинным хвостом кто это у нас? Вот длинным хвостом это у нас... Не поняла я совершенно. Вот это вот что это у нас?
Это мандрин. 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 Квереца? Квереца, что ли? Не пойму я. И там наверху, посмотрите, сколько животных. За стеклом вот это вот все. Детки смотрят. Это так красиво, так вообще. Я не могу насладиться. Вот сколько я прихожу в этот музей, сколько я смотрю все эти экспонаты. Они мне до безумия нравятся, как будто я где-то нахожусь в каком-то другом мире. Так, это у нас. Это у нас. Так, сейчас мы посмотрим. Так, клюв. Клюв. Ага. Азиатский белохвостый калао. Азиатский белохвостый калао. Так он там. Во всей своей красе. Во всей своей красе. А, это мышь, наверное, да? Это малайский шестокрыл. Ой, вот это вот, что мне не нравится, я не знаю, я вот их брезгую. Ну, вот такое, такие животные вот есть в природе. Поэтому. Так, это у нас рафлезия. Рафлезия. Видите, какой большой цветок. Рафлезия. А там мухомор. Мухомор рядом. Народ, вот это павлин. Это уж точно павлин, видите? А? Ну, сейчас посмотрим, может, что-то другое. Нет, павлин. Индийский павлин. Видите, какой он. Хвост не распустил. Так, а это у нас... Это у нас малайский калао. Смотрите, какие крайне красивые. Какие они красивые. Калао. Малайский. А там явно что мыши. Вот. Мне не нравится. Это колонг. Они не мыши, как мы называем их, а колонг. Как бы там ни было, это летучая мышь. А это кто? Вот это вот кто? Вот это у нас кто? Это у нас рангутан. Рангутан. Видите, как они по деревьям лазят. Рангутан. Ну, это вы знаете, это леопард. Леопард. Все сразу определяют, как он. Вот, обитатели почвы. Вот, обитатели почвы здесь. Можете смотреть. Стоять, смотреть. Очень интересно. Вот смотрите, слоны. Вон. Вот это вот мне экспозиция очень нравится. До безумия. Вот это вообще. Настолько красиво. Как красиво. Как будто в живой природе находишься где-то. Экспонаты такие. Какие бивни. Мамочка, здесь даже пение слышно. Очень прям прекрасная позиция, прекрасная. А, это гиены, да, по-моему, гиены. Гилард.
Пикселарт, вот они. Бородавочника на обед себе приготовили. Этот вот уже голову которому отгрызли, это бородавочник. Вот такой вот, видите, его могли гепарды его одолеть. Это в природе все. Это у нас стервятник, да? Вот там стоит стервятник. Видите, какой во всей красе. Это стервятник. Вот это какая-то у нас опять красавица рот открыла. Гамандил. Ох, они орут, я представляю, как. Здесь, посмотрите, здесь кактусы. Очень красиво. И вообще я до безумия. Безумие мне. Это все нравится. Корни. Орел, да? Так. Здесь. Всего нет в этом. Кондор. Андский кондор. Величавая какая птица. Ох, какая. Декорные орлы. Так. Архар. Вот это архар. Это архаровец, архар. Здесь вот столько видов архара. Это снежный барс. Величавая, но красивая во всей красоте. Очень нравится мне этот музей. Очень-очень нравится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами Мария.